Илюха, я был жив. Илюха, как впечатление? Мама, впечатление гениально, только когда ты выскакиваешь в этой синей маске. Я тебе чуть не стрелял в голову, мам. Кто победил? А вот и наш этот какой. А это что за чудо в шапке ходило? Да, это генерал вьетнамский. Вьетнамский генерал. Ну, вообще-то мы победили 1-1. Да, 1-1. Как впечатление, Миша? Супер! Поподробнее, все хорошо. Стреляем, выигрываем уже третий раз. Миша, ты говоришь? Конечно, меня попытались попасть, только не вышел. У меня патроны кончились. Я кому-то маску попал! Мне пиши маску попал. Стой, пошли. Дайте бумагу, пожалуйста. Илья, дай бумагу. Как впечатление? Прикольно. Миссия-то какая была? Что надо было сделать? Ловили вьетнамского генерала, он прятался в вьетнамской деревне, соответственно. Нужно было поймать. Вот красненькие у нас это вьетнамские солдаты, синенькие американские солдаты. Интервью. Просто хотел предупредить, что надо маску повыше натягивать, а то в голову могут попасть. Вообще идут, получается, у нас ровень в ровень. Что синие, что красные одинаково выиграют по одному. Ага. По а красные защищали своего генерала, да? А там такая история, что генерал и от красных тоже убегал. О, да. Да, генерал у нас после ранения, он ничего не понимает и путается. Это жесть, это... Еще генерал, да, вообще. Еще генерала где-то... Генерал пойти. Стреляет этот. Ну, вообще, мне в ногу попали, потом еще прихлопнули. Ужас. Дима, слава богу, что ты... А то тебе! Чтобы мы себе спели песню! 3, 4, цвет! Синий! Она так чувствует себя богиней! Здесь происходят очень странные вещи. Здесь, в вьетнамской деревне, происходят разные взрывы, разные ядовитые газы. Бегают маленькие какие-то генералы вьетнамские, не русские, такие узкоглазые. Но дети, наши дети, они справляются со всем этим, преодолевают все препятствия, все трудности. Потому что они кто мы все? Молодцы! 3, 4! Как-то не дружно. Песни будут в конце. Давай, открывай. Дима, смотри. Да ладно, пусть откроет глаза. Я тебе серьезно говорю, когда я делал эту штуку, я стал популярен. На 100 тысяч подписчиков. Давай, популярность такая штука. Я тебе готов сказать большего. Ольга Бузова с этого начинала. Давай, вот, примерили. Согласен. Три, два, один.
сейчас разгорится буквально через пару секунд. Но сейчас, ребятки, вы загадали действительно самые-самые заветные желания. Потому что слово «Жирного костра» и обязательно сбудутся. Давайте поднимем все ручки выше и покачаем над этим костром. А перепрыгнуть его возможно? Гори, гори, я А перепрыгнуть его возможно? Не советую. Действительно, с праздником! Субтитры сделал DimaTorzok.